Дорогие девушки, приветствую вас на канале Крисан, меня зовут Кристина, добро пожаловать. В сегодняшнем ролике я хочу показать вам свой очередной заказ косметики. И в этот раз я вам покажу тайские средства. Если вам интересно, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть. Желаю вам приятного просмотра. На моем канале уже есть видео с косметикой из Таиланда. И вся косметика мне очень понравилась. В этот раз я сделала заказ на другом сайте. И фирма, которая выпускает эту косметику, называется Мейтан. В последнее время я очень люблю тканевые масочки. И в этот раз я заказала себе вот такую, специально для жирной кожи от акне и жирности. Серия «Домашний салон красоты в одном шаге от совершенства». И слоган этой, кстати, компании звучит так: «На встречу мечте». Следующее, что я вам покажу, это будет гель для умывания для жирной и проблемной кожи, который называется «Естественная красота». Здесь 120 грамм. Он был запечатан, я его уже открыла и на самом деле уже попробовала им умыться. У него очень-очень яркий запах. Он мне напоминает запах порошка Миф. Такой аромат свежести. Прям четкий аромат свежести. Немного такой химический запах, но мне понравился. Он на лице он не остается. Очищает очень хорошо и удаляет макияж. Это самое главное для меня по вечерам. В дальнейшем я вам расскажу, понравилось мне или нет это средство. Далее вот такой крем был в коробочке, но я его уже достала. Это травяной крем для дневного ухода. Здесь 50 мл. Запах ненасыщенный, пахнет, мне кажется, каким-то подорожником. Я на самом деле думала, что будет пахнуть намного навязчивее, раз так пахнет умывалочка ярко. Но этот крем пахнет очень-очень нежно, и он легко наносится и быстро впитывается. И последнее, что я заказала, это то, чего у меня никогда не было. Это масло для ног. Выглядит это вот таким образом. В баночке масло массажное для ног, восстанавливающее. Оно тоже было закрыто, запечатано. Шло в нескольких упаковках. Эта баночка была зафольгирована. Сверху она была еще в одной упаковке. И эта еще упаковка была в еще одной упаковке. Консистенция здесь белая, похоже на кокосовое масло, оно тает и уже, вот оно немножко стоит у меня в ванной, а в ванной тепло, оно начало подтаивать. И здесь прозрачное, по запаху приятное масло. Но пахнет очень вкусно, мне нравится. Но я такой продукт еще ни разу не использовала, буду пробовать. Его нужно массажными движениями втирать в ножки, пока оно полностью не впитается. На этом все, мой ролик подошел к концу. Дайте мне знать, если вам понравилось это видео, поставьте ему палец вверх. Я желаю вам хорошего настроения, чаще улыбайтесь. Я вас всех очень сильно люблю. И всем до скорых встреч. Пока-пока.